Прошев, Евгений Подзембургас. Выиграли 5-3, по-моему. Тяжелая игра сегодня была. Вначале не забили очень много моментов. Немножко поплыли, потом собрались, вроде пришлось покричать друг на друга. Все друг другу высказали, ну и во втором тайме вышли, забили. Ну и удержали, хотя игра не очень сегодня. Сильные соперники у вас были? Да нет, соперник ничем не удивил. Я не сказал, что сильные, больше мы сами не забили. Что-то не наш день был, что-то как-то сегодня все. Почему недовольны собой? Ведь победили же. Ну, немножко не забили то, что должны были забивать, и из-за этого какая-то нервозность появилась. Поэтому, в принципе, все нормально, выиграли. Думаем о следующей игре. Угу. Поэтому... Спасибо, удачи вам, успех.